Антошенька, Антошеньке дам. Я просто это, ну и по традиции, друзья, это телеканал, интернет, канал интернет-портал People Star. И у нас в гостях Сергей Мудров. Здравствуйте, Сергей. Ну, расскажите нам о своих впечатлениях, расскажите, что вам понравилось, что вам... Нахрена вы вообще приехали, собственно говоря? Вот, наконец, все-таки чувствуется молодежь, которая правильно оценивает ситуацию, что программу «Однако» надо в конце заканчивать, Серег. Однако, друзья, значит, хочется мне сказать, что мне было очень приятно, что вообще нас пригласили наш веселенький каналчик, который снимает веселенькие передачки. Сегодня имени Москвы, сегодня мы по большому счету ничем не отличались от предыдущих наших передач, все было весело, здорово. Андрей Подгорный сейчас назвал всех людей, поблагодарил, которые не пришли, то есть это нормально. Люди сказали, что собрались на запад Москвы сейчас отсюда ехать. То есть я это все промониторил и понял, что в принципе весело, с шутками, прибаутками мы заканчиваем... веселые мероприятия для детей с ограниченными возможностями. Я правильно понял? Да. 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 А так как эти люди в принципе своем всегда сильнее, чем обычные здоровые люди и духом, и вообще морально, поэтому и настроение у нас тоже прекрасное. У всех мы посмотрели, как ребята отжигали там. Единственное, у меня было два вопроса. Значит, первый, что за липучки вы одевали, чтобы не упасть? И вопрос второй, если бы вы упали, что бы вы делали? Вот мне просто интересно было ощущение ваше, вот как у артистов, ну вот косяки, здесь стопроцентные они могли бы быть. Ну, я могу сказать одно, если бы упал бы я, было бы досадно, но смешно. Если бы упал бы, вот допустим, Карен, либо кто-то из участников группы Angels, я бы дико смеялся на самом деле, это было бы очень смешно. Мы помогли бы ему упасть. Мы пытались. Вы не намекнули. Для начала. Вы... Какую дорогу? Ничего, нас скоро отпустят, и мы все поймем. Нас отпустят. Нас отпустят. Языка. Андрей, вот если бы на самом деле бы мы бы немножечко сговорились и случайно бы скинули тебя в бассейн, твоя реакция? Ребят, я пошел плавки одевать.